Ой, Миньончик, ложи все, давай столик. И киндер-сюрприз ложи. В автобус, все в автобус. О, привет, ребята. А мы с Миньончиком собрались ехать на пикник к пруду. Будем там кушать киндер-сюрприз и играть. А вот нам для этого нужен еще складной столик. Правда, Миньончик? Как тебе идея? Ой, замечательно, Пеппа. Я очень-очень хочу на пикник. Особенно киндер-сюрприз. Тогда все ложим. Вот на таком автобусе мы поедем. Киндер-сюрприз положили. Столик. Я за рулем, пожалуй. А ты садись рядом. Хорошо, хорошо. Поехали на пикник. Пип-пип. Поехали с нами, ребята. Ой, как красиво! Ух ты, действительно, какой же красивый пруд! Какой пляж, песок! Ой, и рыбка, смотри, какая-то замечательная плавает! И водичка тепленькая! Ой, красота! Будем отдыхать и наслаждаться природой! Давай, Миньончик, раскладывать столик и открывать киндер-сюрприз. Пора бы перекусить, а сюрпризом поиграть. Ой, отличная идея, Пеппа. Давай, давай, открываем. Открываем. Сначала перекусить. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Ой, ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно было. Пора бы приступать и за сюрприз. Посмотреть, что же там внутри. А внутри машинка. Hot Wheels коллекция. Очень красивая, необычная. Давайте ее соберем. Сделать это очень легко. Такая вот необычная машинка попалась в киндер-сюрпризе. Ой, Миньончик, давай теперь играть в машинку. Будем кататься на ней по очереди. Ты как, согласен? Ой, давай, давай, Пеппа, отличная идея. Будет весело. Вот, ребята, как прошел наш сегодняшний пикник. А вы как проводите пикники? Пишите в комментарии, а мы с вами прощаемся. Поехали кататься!